Акустика, все, запись пошла. Здравствуйте. Здравствуйте, мои родные, дорогие подписчики, друзья, знакомые. Салам алейкум, хамуза, салам нырам. Танышлар, достлар, азизлерим, хамуза, хамуз. Мен сізі чок севирам. Сәлема, кызым, Мештағдан. Сен сорушмуштын, мене дейрдин ки, бозбаш пишир. Мен де бу процессы, яхы, чок вақт чекир. Ona görə, indi danışacağım. Mən danışacağım isə, mənə diqqətlə qulaq as. Naçit, bozbaşa gedir, qabırqana pişirirsən, ya da qoyun ətinlə pişirirsən. Mən qoyun əti bizdə yemirlər, mən bozbaşı pişirdim, sümüylü ətinlə pişirirlər. Stop, sümüyün dadı çıxsın. Bax, naçit belə, bu soğanı pütöv atıram. Pişir, çıxardıram. Yox, onu sonra, indi prosto göstərdim. Bax, bozbaş belədir. Ətdir. Mən yağsız tikələri qoyuram. Çünki yağlı bizdə yeyilmir. Yağ yeyilmir. Rısatda. Hə. Əti bilsən, necə edirsən? Qulaq az. Sus, niyə pakazı? Əti götürürsən. Ha, lap axırdan sarı kök atırsın. İndi mən danışacağım necə eləmişim. Necə pişirmişim. Əti götürürsən. Diqqətlə qulaq as. Onu pörtürsən bir 10 dəqiqə. Pörtəndən sonra qaynıyır. O su tullayırsan. Ətləri bir-bir yoğursan. Qoyursan qazana təzədən soğuq su dökürsən. Ne üçün soğuq su? Şu bozbaşın dadı gəşəng olsun, dadlı olsun. Əgər sizsən bulyonu gəşəng datda olsun, tökürsən soğuq su. Əgər sizsən ət datda olsun, qaynar su döksün. Biz tökdük soğuq su. O, pörtülüb yandan sonra. Pişir ət, pişənə yaxın, tökürsən kartof. Kartofu bax, belə iri. Xodunu aldım, lap aldım. Da. Kartofu belə tökürsən, ət pişənə yaxın. Çox qarışdırmayayım. O, görürsün, iridir kartof. Qırıb nə? Da. Kartof pişənənə yaxın. Naçı kartofu atırsan, soğan atırsan. Pütöv soğan. Soğuk su dəyişmişə boğazım ağrıyır. Da. Nə? Naçı kartof da ucu pişir. Soğanı çarptın, attın. Nuxu da ayrı pişirirsən. Mən nuxu çox pişirdim. Daha görürsən buradadır. İndi yarısını tökdüm. Pörəyə. Yarısını boşaltdım. Yarısını da saxlayaram, marazilka qoyarım. Gələn səvər. Əgər sən yağlı xoş deyilsən, bacalısı götür yine yağlı ət at yine. Yağlı tikələr at yine. Qartop pişənə yaxın. Onda toqatırsan sarı kök. İ alça turşusu. O alça turşusu ba mən belə alıram. Mən də uşaq qutarıbdı. Belə alıram, bir də sarı balaca alçalar var. İ всё. İndi ba 5 oyunda qaynasın. Bununla da bəs salam. Bu pişdi. Скажи, мясо долго варится, поэтому... Ну, ребята, от есть пищу на гюре. Скажи, как первое, воду налила, мясо положила. Ну, что, билет. Да, билет. Да. Так, теперь я скажу русским. Не русским, те, кто азербайджанский язык не знают, не понимают, я расскажу вам. Значит, мне одна подписчица просила сварить бозбаш. Бозбаш это азербайджанское национальное блюдо. Ну, короче, говорится, суп мясной. Вот так скажу. Я всегда мясо сначала беру. Кипячу минут 10. Мясо все сливает в воду. Не снимаю пенку, сливаю воду. Мясо по одному мою. Все, заливаю потом холодной водой. Если хочу, чтобы бульон у меня чистый получился, прозрачный и вкусный. Заливаю я холодной водой. А если мясо просто отварится, надо кипятком заливать. Это раз. Значит, это какой суп у меня? Это мясной суп. Азербайджанский бозбаш.
Я как варила долго, это минимум 2 часа. Поэтому я уже вот показываю концовку. Значит, мясо как уже варится. К концу варки мяса я кладу картошку. Картошку крупную, не мелкие класть надо. И картошка, когда уже варится, когда картошку положил, я кладу целиком лук. Если одна ем, дочери нету, она, значит, где-то... Я лук обычно в сыром виде. Это, говорится, хамбос баши. Я люблю лук нарезать, класть. Но так как они не любят лук, чтобы был бульонный, я целиком кладу, отвариваю. Она варится, выбрасываю. Я вытаскиваю, выбрасываю. Это нухут наш. Вот этот наш нухут. Азербайджанский нухут. Я его сначала с вечера замачиваю водой. И отдельно варю. Отвариваю. Вместе нет. Потому что когда вместе варишь, бульон получается желтоватый. Желтизню дает. И вот к концу варки этого супа я туда кладу. Я обязательно сушеную алчу. И вот этот куркум туда. К концу. Вот видите, у меня уже почти все. Сейчас буду я. Да, отключать и все. Так, мясо варится, это мясо с бараньих ребрышек. Значит, говяжий тоже ребрышек. Но у меня мяса не было. Было такое мясо, да, вот. Тоже косточки есть, вот, Слава, скажи. Ну, думаю, прошу. Вот, косточки есть. За бараном мы особо не едим. Да, баран они не едят. Только шашлык. Да. Дай бог, мама шашлык тоже самое сделает, покажет вам. Да, все. Был повод. Жирно не делаю, сразу же говорю. Все, я его выключаю. Сэндвичем все. Не любят, да, жирное? Что мне делать? Я сама, чтоб не поправляться. У нас пустечка маленькая. Значит, еще что осталось? Не знаю. Сколько осталось-то? 7 минут идет. Да. А вчерашний паштет я сделала. У нас уже вот немножко осталось. Вот солечко. Уже съелся. Съели. Значит, паштет, я сказала, что я готовлю. Не сказала, вот именно готовиться там с других печени или с других мяса. Я готовлю печеночные с печени и куриные. С грудки или куриной печени. Все, я 3 вида готовлю паштета. Туда, значит, когда если паштет я готовлю, я вчера писала некоторым... Просили у меня, писал, не знаю, не прочли, нет. Если, пожалуйста, убедительная просьба к вам. Вот если вы смотрите один ролик, начался там что-то я готовлю, смотрите второй. У меня продолжение бывает. А то некоторые из вас смотрят вторую, первую как ты начала, покажи. Или первую смотри, почему ты концовку не показала. Я все показываю. А это нет, это уже вот поста, потому что это... Сколько должна вариться? Мясо долго варится, да? Да, да. Ну, в общем, я, значит, вчера, еще раз объясняю, грудинку отварила, не только чистая грудинка была, я и куриную ножку положила, верхнюю часть бедра. Отварила, все. Лук с морковью отдельно пожарила. Пропустила, значит, через блендер. Я всегда пропускала через мясорубку. А этот раз решил, даже ничего, хорошо получилось. И добавляю соль, перец, и больше ничего. И больше ничего. Ты моя красавица, ты моя... Я вас люблю. Хамуз с севера. Маленькая мелодия. Хамузы, хамузы. Чё в саун? Пока-пока. Всё.